14 июня 1993 года на Свердловскую область обрушилось страшное наводнение. Вблизи города Серова произошел прорыв плотины Киселевского водохранилища. В зоне затопления оказались 6,5 тысяч человек. Киселевское водохранилище было построено в 1978 году в результате сооружения на реке Каква глухой земляной плотины, укрепленной бетонными плитами. Плотина имела донные водоспуски и затворы. Длина плотины составляла 2 километра, а высота 17 метров. Прошедшие в начале второй декады июня 1993 года в горных районах Северо-Свердловской области сильные ливневые дожди вызвали интенсивное таяние снегов на склонах Уральских гор. Это привело к тому, что горная речка стремительно переполнилась водой и вышла из берегов. Небольшой поселок Каквинские печи, расположенный в верхней части реки, затопило. Но самая страшная беда случилась в нижней части реки, в районе города Серова. Обильные дожди и таяние снегов в горах привели к тому, что объем поступающей воды в Киселевское водохранилище стало быстро увеличиваться. Нормальный подпорный уровень воды в водохранилище был отмечен 12 июня, но вода стремительно продолжала прибывать. На следующий день были полностью открыты донные водоспуски и все затворы плотины, но сбросный расход уже не мог компенсировать увеличивающийся объем воды в водохранилище. В 0 часов 45 минут 14 июня спасательной комиссией, работавшей в Серове, было принято решение немедленно эвакуировать детей и обслуживающий персонал из летних оздоровительных лагерей, которые находились в нескольких километрах от дамбы. За 2.5 часа было эвакуировано 676 человек, из них 575 детей. Одновременно готовилась эвакуация жителей из районов, которые могли попасть в зону затопления. К 11 часам местного времени 14 июня при полностью открытых донных водоспусках и всех затворах вода поднялась до гребня плотины и начался ее перелив через дамбу. В 11 часов 30 минут произошел прорыв дамбы на протяжении 65 метров с последующим размывом плотины на всю ее высоту. Прорыв плотины Киселевского водохранилища повлек развитие чрезвычайной ситуации и катастрофического паводка, образовавшегося в результате наложения сильного дождевого паводка. Прорыв плотины и последующее затопление местности привели к большим разрушениям и человеческим жертвам. От наводнения пострадало 6,5 тысяч человек, 15 человек погибли, 8 человек пропали без вести. В зону затопления попало 1772 дома, понесли ущерб 1373 домовладельца. 1250 домов стали непригодными для жилья. Разрушены железнодорожный и 5 автомобильных мостов, размыто 500 метров главного железнодорожного пути. Значительный ущерб нанесен предприятиям Свердловскэнерго. В результате оказались обесточены промышленные объекты и населенные пункты. В результате затопления колодцев, повреждения скважин, отключения их от линии электропередач, нарушилось водоснабжение города питьевой водой. Наводнением был нанесен урон сельскохозяйственному производству. Общий ущерб от наводнения составил 63 миллиарда рублей в ценах на 1993 год. Минимизировать потери удалось за счет правильных, своевременных действий штабов и аварийно-спасательных сил. Еще вечером 13 июня было произведено оповещение населения об угрозе затопления. На борьбу со стихией были направлены подразделения отдельной спасательной бригады гражданской обороны, которые организовали эвакуацию людей из затопленных поселков. Предпринятые меры позволили уменьшить масштабы последствий разгула стихии. Среди большинства погибших оказались местные жители, которые отказались от эвакуации и предпочли остаться в своих домах. Также 2 туриста решили совершить спуск по реке во время наводнения. Их тела были обнаружены только через несколько дней. Каквинское наводнение 93 года называют самой страшной трагедией в современной истории Серова. В 1994 году были предприняты попытки к частичному ремонту дамбы, которые закончились повторным прорывом. Плотина Киселевского водохранилища на реке Каква
находилась на стадии восстановления в период с 2006 по 2010 год и в весенне-летний период 2011 года была запущена в эксплуатацию и заполнена водой реки Каква.